Парни и девчонки, всем огромный привет. Сегодня небольшое видео-анбоксинг по тематике морской рыбалки. Значит, отступление небольшое вообще по анбоксингам. То есть, несколько раз я спрашивал вообще выкладывать анбоксинги, не выкладывать. Конкретно народ почему-то мне на этот вопрос отвечать не хочет. В общем, я посидел, подумал, решил сам, что буду выкладывать на свое усмотрение. То есть, некоторые вещи буду снимать анбоксинги, некоторые не буду. Вообще смысл, то есть как бы анбоксингов здесь у меня на канале, это как бы не основные видео, а для чего я это все делаю, потому что потом все равно начинают задавать вопросы, а что у тебя за приманки, а что у тебя вот это вот, а где ты покупал. И если такой там вопрос 1, 2, 3, правильно, я могу ответить спокойно. Когда мне задают там один и тот же вопрос, то есть десятки раз разных видео, мне проще просто один раз выложить видео, и люди или так его уже посмотрят на канале, или я просто им буду потом говорить, что вот на канале есть видео, смотрите. Там все объяснено, что оно такое и где покупал. Значит, первая посылка, вообще первый мой заказ с магазина Tackle Direct. То есть это очень известный магазин по рыболовной тематике. Ну, можно сказать, один из самых крупных, которые специализируются именно на рыбалке. То есть там мало потусторонних товаров, там в основном приманки, катушки, удочки, рыболовная одежда. Цены, сразу вам скажу, как бы не дорогие, не дешевые. То есть обычные цены такие, как везде. Иногда бывают хорошие у них распродажи на некоторые товары. Но в целом есть много магазинов дешевле. То есть те же там Академия, которую я вам показывал, тот же eBay, дешевле цены. Но здесь есть много чего такого, чего на других сайтах просто нету. То же самое это вот будет то, что я отсюда заказал. Это на других сайтах и на eBay нигде найти этих приманок не смог. Значит, давайте сначала откроем, посмотрим. Потом я вам расскажу, собственно, про сам процесс, как все происходило по заказу, и расскажу, собственно, что это за приманки вообще и зачем они нужны. Вот. Значит, обработка, доставка заказа, все занимает быстро, но были проблемы, я сейчас вам их скажу, что за проблемы, в общем-то, и как они разрешить. Доставка, причем у них платная, то есть во многих магазинах, в той же Академии, независимо от цены, доставка бесплатная. Значит, вот такая бумажка мы видим. Это инвойс. Сейчас пока его отложим. Так, собственно, сами приманки, которые я заказал. Раз, два, три. Так. Что вот это вот? Значит, подарочный сертификат на $15. Значит, когда вы в следующий раз заказываете на 200 или больше, можно получить вот эту вот скидку 15. В принципе, пусть пригодится. Но я пока не собираюсь ничего заказывать. Но мало ли. И дальше вот какой-то журнальчик. Это, скорее всего, каталог. Вот. Это их магазин. Ну вот, смотрим, что у них здесь, к примеру, есть. Рыболовные куртки по 259, штаны по 259, тут 274. Подарочные сертификаты. Так, какие-то, собственно, удочки и катушки. Вот здесь вот есть цены. То есть вот, к примеру, Lexa Combo 119.95. Это все дайва получается. Ну, цены вполне, в принципе, такие. Я не скажу, что супер дешевый, но приемлемый. То есть дайва, сами знаете. Вот, пожалуйста, шимановские, значит, наборчики. 169. 229. То есть удочка и катушка. Ну, вполне нормальные цены. То есть это вот то, на что у них сейчас скидки идут. Здесь пен. Вот.
Шимана. Ну вот Калькутта, это которую я хотел покупать. Вот, я вам показывал Абу Гарсия Black Max 3. Ну, Калькутта, она, вот, по-моему, у них самая дешевая на них цена. Ну, я имею в виду обычную Калькутту. Это Калькутта Conquest, она 569. Есть обычная, она 199 стоит. Шмана. Шмана. Пена 5. Дайвовские катушечки. Ну, в общем, это можно просто на досуге посидеть, спокойно почитать. То есть, я думаю, что хорошая вещь. Вот, кстати, стекрой. Вот. Вот всякие ножички, щипчики, всякие аксессуары. Вот здесь вот аксессуары. Вот смотрите, кстати, ну, эти, как они называются? Блин, я уже отвыкаю от русского языка. Сложно вспоминать слова. Щипцы. Нет. Язури. Перчатки. Ну, в общем, есть что-то и дорогое, но есть, можно что-то и выискать. Ну, то есть, что-то... Это не такой магазин, где все дешево и распродается. То есть, это магазин именно для рыбаков. Кто любит качественные снасти. И кто как бы готов тратить деньги, кто любит все самое как бы новое и такое вот прикольное. Salt Life известная фирма. Yeti то же самое. То есть все это недешево. Язури, пожалуйста. То есть у них все это на сайте есть, большие выборы. То есть это никакая не реклама, никто мне ничего не платит. То есть я честно говорю, что магазин дороговатый, как бы и за доставку надо платить, но есть выбор и очень хороший сервис. Так, про сервис, ладно, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Здесь, о, наклеечка еще, парни, вот такая вот прикольная. Так, значит, смотрите, значит, вот это вот приманки Butterfly, Shimano Butterfly. Значит, давайте вкратце вам расскажу, что вообще за Shimano Butterfly. Потом расскажу конкретно по ним и по цене. Значит, смотрите, если кто видел, в магазинах продаются всякие такие вот морские большие рыбы, ну, в рыбном отделе, когда вы покупаете, там продается тунец, там продается рыба-сабля, там продается макрель огромная, ну и т.д. и т.п. То есть множество видов рыб, рокфиши и все такое прочее. Естественно, парни, этих рыб не разводят, их ловят в океане там или в каких-то больших озерах, в морях. И их ловят не сетями, а ловят их на удочке, то есть обычными приманками. Значит, смысл в чем? В Японии вот эта вот ловля вот этой рыбы дикой для магазинов, ну то есть для продажи, то есть это называется как коммерческая рыбалка, правильно? То есть это не спортивная рыбалка и не любительская. Значит, Shimano что сделали? Они взяли приманки, которые используются в этой рыбалке, то есть которыми рыбаки ловят тунцов, рокфишей, акул и всю эту прочую рыбу. Сразу вам говорю, что это не только морские. То есть у них есть приманки и морские, и пресноводные, есть универсальные. И точно так же сейчас дальше дорасскажу. Значит, они просто не то, что это прямо те же самые приманки. Они взяли всю эту концепцию и разработали серию приманок на основе, собственно, того, чем пользовались вот эти рыбаки. То есть, естественно, они их переработали чуть-чуть под ту рыбу, которую ловят в спортивной рыбалке и в любительской. И выпускают их, собственно, вот под своим брендом Shimano. Смотрел я, значит, ролики, читал про них. Очень там большая линия приманок, то есть там есть не только блесны, там есть и какие-то воблеры специальные, там есть и такие приманки, как, знаете, джига, и на ней из силикона куча вот там всякого меха и т.д. и т.п. То есть жиголовки как бы уже оснащены. Значит, естественно, огромный там ассортимент этих приманок, они там идут от там 30 грамм, там, я не знаю, до 300, но это грубо говоря. Я не рассказываю подробности, то есть я думаю, что
зрителям моего канала это не интересно, там от скольки они именно до скольки. То есть я вот говорю о самом смысле. Очень много их видов. Вот, специально под эти приманки, то есть они рекомендуют покупать удочки ихние шимановские, которые тоже входят в вот эту серию Butterfly. Значит, в этой серии есть удочки пресноводные, есть морские. Пресноводные, они просто называются там название какое-то, ну, к примеру, удочка, там, тривала, да, это, там есть и другие. Морские, они, у них еще есть буква S. То есть S обозначает salt water, то есть соленая вода. В общем, я вообще хотел купить только спиннинг. Потом, когда я заказал спиннинг, вот, я случайно увидел эти приманки, и, в общем, они меня заинтересовали, я решил взять их попробовать у нас тут в океане. Но я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что я на них кого-то поймаю, потому что я не слышал, чтобы кто-то ими вообще тут ловил что-то. То есть это как бы будет только эксперимент. Значит, удочку я свою брал с тестом до 90 грамм. И вот здесь вот я выбирал приманки, то есть в моем диапазоне, потому что нигде в других я легких не нашел. Везде в продаже уже есть, которые начинаются со 120. То есть всего я вам в прошлый раз показывал. Мне удалось вот найти 3 приманки в разных местах. Вот 42 грамма. Это Colt Sniper, то есть такая тяжелая блесна с тройником. И самые интересные, конечно, вот эти вот приманки. Вот, это самые как бы новые приманки свободного падения, то есть, которые ты просто кидаешь вниз тупо вертикально. Они производят вот такого вида движения, и рыба на падение ее берет. То есть, если никто не клюнул, она упала на дно, ты ее подмотал там на какую-то высоту, опять отпустил, она опять начинает вот так вот падать. Вот, то есть, вот эти вот они 80-граммовые, это, по-моему, вот, ну, я не знаю, самые маленькие, или, может, еще есть чуть меньше. Но это одни из мелких считаются. То есть у меня вот эта вот удочка будет, я вам ее покажу отдельно, она light. Вот, то есть вот эти вот приманки, это считаются light для легкой, то есть 80-граммовые. Вот это то же самое. Вот, то есть эти я, ну, вам вкратце показывал. Я не знаю, будет еще тогда анбоксинг, обзор по ним или что. Потому что за один тут вот видео все я вам не расскажу. Теперь смотрите, с виду они вроде бы парни одинаковые, да, но на самом деле, если присмотреться, вот это называется Center Vortex, вот это называется Slide End. Вот эти вот просто разного веса и разного цвета, а вот это вот другая совсем модель. Вот здесь вот видите, нарисовано движение, то есть как она себя ведет в воде. То есть вот это вот производит вот такого типа движения, а вот эти вот вот такого вот. То есть они просто разной формы, и по-разному они движутся в воде. То есть разная у них анимация. Разная анимация. Вот здесь вот, ну, здесь просто заклеено. Здесь нарисовано конкретно. Ну давайте сейчас откроем тогда их, чтобы уже было понятно, о чем мы говорим. Открою одну, в принципе, у той просто то есть вот видите, здесь нарисованы рекомендации по тому, как ее правильно анимировать. То есть вот как ее кидать, каким движением ее проводить. Вот, то есть. Ну, это надо разбираться. Сейчас не в этом наша задача. По самим приманкам, парни, отзывы я читал супер положительные. То есть, хоть на этом сайте, хоть везде по интернету. То есть, качественно они все сделаны. Производство, к примеру, Индонезия. То есть, вот такие вот видно здесь голографические все 3D глаза. Офигенное, видите, то же самое покрытие, говорят, очень прочное, долго держится. Вот, ну то есть качеству претензий нет, ну и цена, парни, цены, сейчас я вам покажу инвойсы, расскажу, в общем-то, как я их заказывал. То есть здесь крючки применяются, здесь написано, какие, я не помню, короче, шнур Power Pro, здесь каким-то гигантским тестом, была где-то информация по крючкам, ну,
не буду уже сейчас искать. В общем, сложно сейчас поэтому посмотреть. В общем, то есть качественные крючки, качественный шнур, все вот эти вот кольца из нержавейки, плюс вот эти вот все части продаются отдельно, вот эти вот запасные в наборах, ну или можно самому сделать. Ну, естественно, кроме приманок, удочек, катушек, для этой же серии Butterfly есть огромное количество там всяких аксессуаров, специальные сумочки всяких разных размеров, куда вот эти вот приманки складываются, то есть когда их уже будет много разных весов, разных цветов, то есть как органайзеры, достал быстренько, подцепил, закинул то, что надо, вот попробовал, не работает, положил обратно. Ну, цены на все, парни, сразу вам говорю, не дешевые, то есть цены конкретно вот сейчас по этим приманкам вам скажу. Вот Шимано, то есть сами знаете, что фирма не из дешевых. Но здесь, ладно, давайте вот смотреть по порядку. К примеру, вот Шимано оранжевая золотая 90 грамм. Модель, значит, Center Vortex. Вот она, Center Vortex. Это как раз ту, которую распаковал. Она, парни, стоит $7.99. Вот это вот блесна. В принципе, тяжелые вот эти вот блесны 90-граммовые, они все дорогие. Ну, то есть, 7.99, парни, это распродажная цена. То есть, это я брал на распродаже. Вот, а нормальная у них цена там... вот, наверное, вот такая вот, по 13.99. Вот. Значит, дальше смотрим. Голубая сардина Colt Sniper. Вот здесь вот видите, написано, еще не отправлено, то есть будет отправлено. То есть вот эту голубую сардину я заказывал, она вроде бы как была в наличии, но ее до сих пор не отправили. То есть они сказали, что она там на сайте у поставщика. Дальше смотрим, Green Silver 75 грамм. Green Silver это вот это вот 75 грамм, вот она стоит 13.99. То есть... ну, такая вот цена ее обычная. То есть, вот эта вот была на распродаже, она, собственно, ну, грубо говоря, такая же самая. Вот эта вот. Но цена, хотя она и тяжелее, это в два раза дешевле. То есть, вот это 13.99. А вот эта вот, парни, была тоже на распродаже, и у нее цена, видите, 90 грамм, 7.99. То есть, вот эти оранжевые по 7.99, а вот это вот 13.99. У этих разное действие. То есть они даже вот с виду, ну, видно разные по размеру. У них одинаковая расцветка. Но они абсолютно разные. Вот, а вот тонкая, это вот такая вот квадратненькая. То есть, ну, они с разных сторон просто сплющены. В общем, вы понимаете. Значит, история какая? Значит, когда я сделал заказ, то есть вначале у меня вместо вот этой вот оранжевой за 7.99, у меня в заказе сначала была, ну, то есть я не хотел брать две оранжевые, хоть они и с разным с движением, но зачем мне одинаковый цвет? То есть я выбрал такую вот как бы перламутровую белую просто у них была. Вот. И когда я уже заказал, все оплатил, они мне из этого написали, что типа, извините, они на складе закончились, мы вам не можем отправить. Вот, что вы хотите, типа, вернуть деньги за нее или выбрать другую? Я говорю, хорошо, давайте мне другой цвет, вот эту вот оранжевую. Она столько же стоит, 7.99, вот, и я возьму ее. Ну, потому что смысл мне, ну, за доставку, парни, платить, я вам сказал, доставка платная, вот, $4, смысл мне платить за две блесны. В общем, говорю, ладно, давайте оранжевую, но, говорю, я как бы, так им конкретно и сказал, недоволен тем, что я заказывал, она на сайте была, когда я уже уплатил, вы говорите, что ее нету. Я говорю, ожидаю типа или скидку, или бесплатную доставку, или компенсацию. И они все нормально, то есть не стали противиться. Говорят, мы вам в честь компенсации посылаем кепку. И то есть вот, пожалуйста, действительно, здесь есть кепка. Кепку я не заказывал, и бесплатно ее не раздают. То есть это мне они ее прислали в качестве... неудобство за компенсацию. То есть понятно, что кепка ихняя, вот эта брендовая, ихнего магазина. То есть вот здесь вот реклама. Вот ихний адрес сайта в интернете. Здесь на липучке вот это то, что мне нравится. Мне нравится с липучками. То есть всегда можно подрегулировать, как тебе надо. То есть если у тебя большие волосы, к примеру, давно не стригся, надо чуть отпустить.
если недавно постригался, нужно чуть подзатянуть. То есть очень удобно. И здесь вот эта фирма сама производитель как бы этой шапки. Вот Бредмар какой-то Хедвер. Сделано, парни, в Шри-Ланке. Вот. Ну, качество. Не написано, из какого она материала сделана. На ощупь это катон. Вот здесь есть какая-то вот прокладка. Козырек хороший, прочный. То есть, видите, хорошо держит изгиб. Здесь еще вот такая вот белая окантовочка. В принципе, парни, ну, неплохая бесплатная кепка. Я думаю, что из-за того, что блеснут дали другого цвета, очень удобно сидит на голове, абсолютно идеально, ничего не давит, легкая. В общем, я доволен. Вот, и сервисом в этом магазине доволен, качеством товара, в принципе, и скоростью тоже доволен. То, что получилось, что еще одну блесну я до сих пор жду, 60-граммовую, и одну блесну мне все-таки заменили цвет. Вот, но зато есть кепка. В общем, парни, это, в принципе, все, что я вам хотел сегодня показать. Может быть, будут еще более подробные тогда видео, если кто интересует вот именно вот по этим приманкам, чтобы их там распаковать, посмотреть, поподробнее по ним поговорить. Но я не знаю, если это кому-то интересно. Я посмотрел, вообще мало морских рыбаков здесь. Но обязательно, парни, будет видео. То есть, кто еще не подписан, поэтому подписывайтесь. Обязательно будет видео по удочке. То есть, удочка у меня уже пришла, я ее уже распаковал, посмотрел, но времени у меня пока нету по ней записывать. То есть, может, сегодня, завтра, как вот время только выдастся, запишу. Очень классная, парни, удочка, обязательно хочу вам ее показать, как я вам уже говорил, кастинговая, то есть показать, померить на нее катушку и, в общем-то, сообщить вам свои мысли об ней. В общем, ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал. Всем пока и удачного улова, ни хвоста, ни чешуи.